Значит, кто хочет купить в фикс-прайсе вот эту штуку? Стоит ли она 50 рублей? 50 рублей, я думаю, она стоит. Это такой вариант возить котика в ветеринарку, чтобы если вдруг в коридоре она увидит собаку, которую она, например, боится, чтобы она не сквозанула в форточку и не ушла вообще в точку. Конечно, вот такая штука, может быть, подойдет. Но гулять полноценно с маленькой собачкой или кошечкой по улице я не рекомендую. Вот эта кнопка заедает. Здесь вместо лески маленький тонкий шнурок. И если котенок начинает играть, он быстро вот это вот все разбирает. В общем, это, короче, так, чисто поиграть, и, например, у вас в отпуске украли поводок, и на всякий случай вы взяли вот такой. То есть это что-то временное, это не конкретная вещь. К тому же кнопка, вот это я уже говорила, повторю, она работает через раз. Вот, и этот товар относится совершенно полноправно к теме тара-бара-бара-ба, да? Не берите это никогда. С вами Ольга Швец. Your shoes are sick.